Песня, которую я спою, называется «Подарок». Эта песня появилась, может быть, даже старее, чем многие из песен, спетых на этой сцене. Мелодия к этой песне появилась в 30-е годы. Музыку написал знаменитый бенд-лидер Арти Шоу. И песня изначально называлась «Moonray». Впоследствии она была использована в кинофильме «Загадочный пассажир», в польском кинофильме, который был экранизирован в 50-х годах. Эту песню, эту мелодию услышал Евгений Клячкин. Скажите, а что у меня с мониторами? Какой-то странный идет перегруз, дисторшн немножко. Окей. Подарок. Thank you.
Юрий Висбор. Снег над лагерем валит, гнет палатки в дугу. Я в долгу перед вами, словно в белом снегу. Я всю память листаю, завалясь на кровать. Я в Москву улетаю, чтобы долг свой отдать. Чтобы долг свой отдать, чтобы долг свой отдать. Где же вы пропадали? Этих дней и не счесть. Почему не писали? Я бы знал, что вы есть. И московский автобус, столь банальный на вид, обогнул бы весь глобус от беды до любви, от беды до любви, от беды до любви. Претендуя на имя и ваши права, шли ко мне все иные имена и слова. Тот рубил я охоту, то я путал следы, то туман над болотом принимал за сады, принимал за сады, принимал за сады. То я строил квартиры, в которых не жил, то владел я полмиром, в котором тужил. От забот тех осталось чемодан да рюкзак, книги, письма и жалость. Что все вышло не так, что все вышло не так, что все вышло не так. Спит пилот на диване, кто ж летает в пургу? Я в долгу перед вами, словно в белом снегу. Отчего ж так не скоро и с оглядкой бежит телеграмма, которой ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь.